Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Вари Мистик. В нашем питомнике ждет своих мамочек и папочек вот такой замечательный, очаровательный мальчик Чихуахуа, которого зовут Мари Мистик Вильгельм. Мальчик как раз шоколадный триколор. Мальчик рожден 17 июня 2020 года и на сегодняшний день имеет две прививки, чип, клеймо, метрику щенка РК, и полностью самостоятельный, замечательный, очаровательный мальчик с летящей птичкой на груди. Давай покажем птичку, поставим на стол. Мальчик никак не хочет нам позировать, но мы попробуем его. Нет, надо его целиком поставить на стол, приподнять вот так вот моську, тогда на груди видна птичка. Посмотрите, какая прелесть. У него птичка летит на груди. Белая с коричневыми крылышками. Вот такой необычный, красивый, нарядный парнишечка ждет своих мамочек и папочек в нашем питомнике. Поведение мальчишечки, как он себя ведет, как он играет, можно посмотреть в ежедневных видео о жизни наших питомцев на канале нашего питомника в плейлистах. На сегодняшний день в нашем питомнике 9 щенков чихуахуа ждут своих мамочек и папочек. Кто не подписан на канал нашего питомника, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить новые, интересные, а возможно для кого-то и полезные видео о жизни наших питомцев.